Всем доброе утро. Значит, Чарли меня разбудил, такой типа вставай, уже поздно, а сам все еще валяется в кровати. А меня зачем разбудил, объясни? Зачем меня разбудил? Сказал, мама, вставай, поднимайся, уже пора вставать. А сам продолжает лежать. Главное, он, знаете, как так на подушку рядом со мной положит голову и вот так вот мне дышит в лицо. Не будет как там, а вот так вот дышит. Но когда на тебя смотрят и дышат, то спать-то просто невозможно. И вот он добился своего. Я встала, а он дальше спит. Такое любое. А люблю, не могу. Ой, моё, счастье моё, да. Ой, как люблю, не могу. Я, короче, там готовлю себе оладушки. Ой, что им показывать? Тазик все на том же месте. Сейчас его разберу, поставлю новую машинку. В общем, я готовлю себе. Здесь у меня кефир оставался. 0,5 литра кефира. 3 столовые ложки рисовой муки. 2 столовые ложки вот такой муки. Это для оладушек. Ладушки. Специальная мука. Надо где-то почитать, что туда. И разрыхлитель. 0,5 столовой ложки и 1 яйцо. И сейчас буду вот такие вот делать себе оладушки на завтрак. Хотя была очень большая, очень большое желание позавтракать селедкой под шубой. Я обожаю завтракать селедкой под шубой. Вы любите завтракать селедкой под шубой? Мне кажется, это любят все. Особенно после Нового года. Первое блюдо, которое я хотела бы есть, это вот именно этот салат. Но я говорю, селедка под шубой на завтрак, селедка под шубой на обед. Будет перебор. Поэтому сделала. Потом вспомнила, что у меня кефир пропадает же. И чтобы он не пропадал, вот сделаю такие ладушки. И все. И ты теперь сел тут за вкусняшками, чтобы я тебе дала, да? Что-то нет, не особого желания. Мог бы, как говорится, и потерпеть. Мои оладушки, они такие, конечно, не такие пышные, как настоящие. Я вообще не умею печь оладушки, если честно. А здесь у меня сметана с вареньем из хурмы. Что-то я дофига всего сделала. Ну ладно. Вот. Я завтракаю. Сначала надела кофту на себя, Чарли когда гуляла. Потом, значит, бац, такая жара. Зашла домой, переоделась. Вот, мне вчера племянница прислала фотку, мне там письмо должно было прийти. С больницы, наверное, на проверку там гинекологу, все дела. Наверное, не знаю. И вот сейчас иду, потому что у меня письма все еще ходят на старый адрес. Там что-то надо переделывать было. Вот. Ну и по магазинам пошляюсь. У нас, в общем, я так поняла, все читаю, нормы новые. Закроют с завтрашнего дня только бары, рестораны и магазины вот со шмотками. А все остальное, вот спрашивают, типа церковь открыта там, ну как раньше там, не полностью. Ну, в общем, да. Ну ладно, меня это, как говорится, совершенно не касается. Конечно, касается, клиенты все больше и больше боятся, ну ладно. Прорвемся. Я все-таки надеюсь, что осталось совсем немножко, совсем чуть-чуть. И все наладится. А сейчас я погуляю по магазинам. Последний день за 2 недели. Ну, я, в принципе, гуляю по магазинам только по понедельникам. Поэтому один понедельник можно и пропустить. Ничего страшного. Так что посмотрим, что почем. Конечно, жалко их. Не знаю, может, заплатят что им или еще что. Как-то надо выходить из этой ситуации. Может быть. Ну, в общем, не знаю. Сейчас в магазин зашла, в лифте, ну, в лифте называется,
Смотрите, здесь все к Новому году уже. Свитерок 19 евро. У меня есть один новогодний рождественский свитерок. Мне его достаточно будет. Кстати, там такая очередь в кассу. Три велюшки. Люди как будто это, знаете, перед смертью хотят все себе скупить. Да. Скидки начинаются. Если честно, люди как сумасшедшие. Все скупают, покупают. Прощаются, знаете, до следующей встречи. Через 2 недели тапки мои стоят. Может быть, через 2 недели они подешевеют. И тогда я приду их и куплю. А пока пускай стоят. Обувь. Прям вот, знаете, все ходят, ходят, все скупают. Пипец. Как в последний раз. Ой, какие там тоже интересные тапки. Смотрите. Смотрите, какие интересные, классные. Прикольно. Че почем? Цена вопроса. 22 евро. 22 евро. Ну, классные. Барашки тоже. Так. Все, Оксана, уходи отсюда. А то я сейчас застряну. Обувь – это моя болезнь. Хотя моя болезнь – это обувь, сумки, трусы, лифчики. Все. Говорят, у нас Бершку вот эту закроют. Не знаю, правда или неправда. Но, говорят, закроют. Типа народу нету. Сейчас захожу, главное, в магазин в один. А женщина там. Ты, говорит, руки продезинфицировала? Я говорю, да. А сама она без маски. Странная женщина. 15 раз меня спросила, да, вон там, я говорю, да, да, и без маски стоит. Я-то продезинфицировала, а сама ты что? Гуляю. Вот что я приобрела. Я купила себе вот такую жилетку. Я что-то смотрю, она сейчас по моде, в моде, по-моему. В китайский зашла, она там всего вот 11.30 купила. Потом магазин Лифтис у нас есть такой. Дешевый, но вроде как хороший. Я хотела вот что-нибудь, знаете, под кофту надевать или что-нибудь, вот, например, даже под эту жилетку. Но я не люблю горло, потому что... Скажите, не любишь горло, а сама взяла. Я взяла посмотреть. Если оно мне не нравится, у меня как бы вот подбородок второй большой, и у меня вот так вот все становится. И душит меня. Я не люблю, когда вот... Ну, не знаю, может быть, это не такой он удушливый. Посмотрим. И вот на всякие пожарные. Если что, отнесу. Там через 2 недели отнесу, когда откроется. И вот взяла вот такой. Вот здесь уже горло по-другому. Вот цвет такой нейтральный. Это же какая-то, блин, затяжка, что ли, или что. В общем, сейчас померю. Вот, нет, не буду такой носить. Видите, о чем я говорю? Вот это вот все вылазит, не давит. И я знаю 100% уверен, что я ее носить не буду. Поэтому отнесу обратно. Сегодня, может быть, или не знаю, когда. Видите, все вот это вот. Второй подбородок у меня, его вот никак не денешься. Все, живот убирается, все убирается. А вот второй подбородок не убирается. Ну ладно. Это тоже мне не нравится. То же самое, вот видите, все висит. Тоже отнесу обратно. Не нравится. Вот так вот. Шопинг не удался. Не нравятся мне вот эти горла, не подходят. Мне нужно, чтобы все было открыто. Сегодня отнесу. Так что подружку встретила, она говорит, я сегодня хочу типа по магазинам после обеда пройтись. Я такая, ой, а я уже прошлась. Так что придется мне с ней сегодня погулять. Я варю тут креветки. Ой-ой-ой, убежат, убегут. Чтобы сделать мужу салат с креветками. Картошка же одна осталась, 2 яйца. Так, мы сейчас вот так сделаем. Ой.
В общем, неудачные такие покупки. Еще раз убедилась, что горло такие мне не идут. У меня оставалось от селедки под шубой одна картошка, два яйца. Я отварила креветки и сделала вот такой салат. Креветки, ну, вот, который я вам раньше недавно показывала. Очень вкусный мужу. И вот такую картошку ему купила. Тоже обалденный. Вот, так что ему готова еда. А мне селедочка под шубой. И супчик. Ай, горячий собака. Всем приятного аппетита. Жилетку вам на себе не показала, но ее надо с какой-нибудь другой штукой померить, чтобы показать. Ну так, а жилетка какой? Италия мода, смотрите. Ой, Made in Italy. Офигеть. Ну надо же. У сестры была, заходила за письмом, говорила вам. Нет, это другое письмо, короче, это не назначение к врачу. У нас, если нет как времени, то нам говорят, что по почте пришлют ситу. Либо по почте. В общем, нет, это не то. Ладно, не в этом. Ты же гора? Типа же гора, да? Да. Типа же гора. Он загорал. Я пока белье вешала, он там позагорал. Вот. И, короче, я у них застряла на 2 часа. Ляса точили. И болтали. Потом мне сестра начала... Говорит, ой, я тебе сейчас это дам, я тебе сейчас то дам. Я такая, не надо все это тащить на себе. Такая, я говорю, у меня это есть, у меня все есть. Она, знаете, какая вот сестра такая у мужа, что, не знаю, как вот мама, бабушки там, да, знаете, у нас такие были. Может быть, все, да не все такие вроде бы испанцы, да. А у моего мужа 3 сестры, и то есть он у них как бы был, как это, ну, был и есть, как это сказать-то, в любимчиках, да, и вот, как бы долгое время жил один, и вот они все его оберегали и опекали, и хотят вот этим заниматься дальше, оберегать и опекать. И вообще они раньше думали, что я не умею как бы особо готовить, и что типа русская еда, она же не такая вкусная, как испанская, вот, и постоянно вот что-то нам давали еду какую-то, да, особенно когда мы рядом жили, то там пипец какой-то был, по первое время я вообще ничего не готовила, потому что все неслось, и вот все еще осталось, а я-то люблю готовить, и потом я просто уже и говорила, ничего мне не надо, у меня все есть. Вот, и вот сейчас у нее такая привычка-то все равно осталась, и она думает, что нам жрать нечего, что я так же готовлю, а она вот, хотя эта та сестра уже все ест, она знает, что я хорошо готовлю, всю мою стряпню она ест, а эта нет, она более разборчива, вот она привыкла к своей стряпне, вот, хотя и они в ресторане работали, все, вот. Но я-то вкуснее готовлю. Чего ж там говорить-то? Ну, вот муж тоже привык к их стряпне. Вот, хотя вот сейчас уже и нет. К моей тоже привык. Говорит, иногда даже говорит, у тебя вкуснее. Потому что сестра готовит такое, она старается больше овощей. Вот знаете, там традиционная еда, но более с овощами, как комида сана. То есть, ну, типа ппшной еды, да, но не всегда у них получается, потому что испанская еда, хоть и говорят там диетами, средиземная диета, но не особо диета, потому что если рыба жареная в таком количестве масла, то это уже никакая не диета, да. Я им рассказала про свой агрегат, вот, и они сразу загорелись, тоже захотели купить, потом говорят, а что, без масла? Я говорю, да, они такие, а тогда не подходит. Ну и не в этом дело, мы там болтали, а племянница тоже любительница, она, знаете, всяких приложений, вот этот Zoom, потом AliExpress, и вот покупает, она, сейчас они маски покупают, у них семья большая, поэтому, сейчас она такая, вот смотри, я заказала себе маски, вот такие, в общем, черные,
Я такая, о, говорю, давай мне немножко твоему дяде отнесу. И вот она мне дала черное. И говорит, чтобы грязь не видно было. Она смеется. Она мне прям много их дала. Вот черные порадуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук дала. Но она мне уже раньше часто давала маски. Ну, говорю, она любит всякие джум, вот эти вот. Сейчас тем более, знаете, у нас кто в институтах учится на онлайн, то есть дома целыми днями сидят, скучно, никуда не ходят, и вот, и так себя развлекают. Так что вот такие дела. Ну, конечно, я с ними болтала, потом думаю, блин, говорю, я пойду. А там еще маленький такой ребеночек есть, тоже племянник, ему год с лишним. Он такой интересный, такой классный, ну, естественно, я его взяла на руки, но не целовала, а так бы я его съела, потому что, ну, надо предостерегаться все равно. А так бы я за ними наблюдаю по Инстаграм. Они такие прикольные, маленькие, шлёденькие. Но потискать нельзя. Пока время пройдет, они уже все вырастут. У нас семья большая, у нас постоянно кто-то, каждый год кто-то рождается. У нас каждая в семье, каждый год у нас есть дети, которые груднички. Каждый божий год. Так что если... А я очень люблю маленьких детей, особенно грудничков. И вот если мне захочется поиграть и погулять с кем-то, то в этом вообще нет никаких проблем. Потому что вот так вот. Семья-то большая. Ладно. Батарейка садится. Поболтала я с вами. Ну вот, вечером придется мне идти опять по магазинам. Сейчас подружке сообщу. Отнесла мои покупки утренние. Вы знаете, пошла в такое время, здесь же сиеста, думала, все спят. Ага, нифига, там такая очередина стояла, блин, трындец, все как будто перед смертью идут покупать. Хотя я сама такая, знаю, каждый понедельник шляюсь по магазинам, шатаюсь, какое слово плохое. Все, иду сейчас с подружкой гулять, а потом еще в один магазинчик зайду, потому что я тоже присмотрела себе кофтенку. Вот. В общем, если все удастся, потом покажу, пока идем гулять. Он где-то там бежит. У нас вот по таким, по магазинам, например, с едой нельзя с собакой. А если магазины такие вот, а вещевые, то можно, ничего не говорят. Друзья, ну вот зашла я вот в эту, купила. Смотрите, она тоже с горлом, но здесь горло свободное, видите? И то есть оно мне ничего не давит, и вот так мне не делает. Так что вот эту я оставлю. И такой цвет вроде симпатичный. Вроде бы принт как это. Я еще вообще хотела в облипочку, чтобы было. Оно даже М-ка немного это... свободная. Ну ладно. Ну, естественно, не с этими штанами. Это вообще спортивные как бы штаны. Вот. Сейчас я померяю с юбочкой. Все собрала с этим. Ну, поняли. С вот этой жилеткой. У меня есть вот такие штанцы тоже. Вот. И мне кажется, неплохо. На зиму так. Кроссовки еще, если надеть, то будет очень даже неплохо. Ну, еще можно жилетку под рубашку. Я и планировала под рубашки носить. Вот, потому что, ну, вырез такой вот рубашки. У меня есть пару рубашек. Смотрите, как видите, ворот. То есть здесь вот есть это, и мне вот это вот не давит вот так вот. Так что... мне кажется, симпатично. И цвет такой, что-то лампочка мигает, наверное, вырубится сейчас. И цвет такой вот, как бы нейтральный, пастельный тона. Чарли, как ты на меня посмотришь? Ну, Чарли на меня посмотрит, как всегда, влюбленными глазами. Правда, на улице 20 с лишним градусов. Но мы к зиме готовимся, тем более магазин у нас закрытый на 2 недели. А там, может, и больше, чем на 2 недели. Посмотрим. Сделала себе чай и совершенно забыла. Ой, блин. С ягодами. Ладно. Короче, салат мужу понравился. Но больше ему понравилась картошка. Пол ведра сожрал. Вообще, испанцы очень любят, знаете, обычную картошку. Ну, это как чипсы, только настоящая картошка.
Все-таки в чипсах там добавляют всякую муку и все такое. А это обычная картошка, просто жареная вот такая. И вот испанцы не любят такой вот, знаете, чтобы со всякими там добавками или еще что-то. Вот им просто с солью. Чарли, не буянь. Очень вкусно, кажется. И говорит, какая вкусная картошка. Кстати, она 3,35 стоит вот это ведро. Здесь не так уж и много. Ну вот только картошка, масло и соль. Все, больше здесь ничего нет. Килограмм стоит 11,16. 11 евро. Ой, нагулялись. Что прям что-то сегодня я даже устала. Пустая еще готова. Из-под печенья. У меня как раз рис стоит без этого. А, тут какие-то кружки мне принес. Сейчас надо спросить, что это за кружки. Вот такие пивные. Откуда ты притащил? Не знаю. Переживает, что завтра все закрыто. Где же завтракать? Вообще испанцы тоже не любят завтракать дома. Они любят завтракать. Вообще они любят вести всю жизнь свою где-то там. То есть не дома. И вот как же я так буду дома завтракать? Ой, а как же вот там? Что же вот там даже пиво вы не выпить с Тапой? Думаю, беда какая. Ой, беда, беда. Мне как-то по без разницы. Так, на завтра у меня есть еще оладушки. Надо, кстати, их в пленку завернуть, потому что они высыхают. А я еще, знаете, что переживаю? Потому что такая путаница из этого получается. Что открыто, что закрыто, ни хера не поймешь. И боюсь, что мои какие-нибудь клиенты подумают, что я закрыта. Наверное, в WhatsApp как-нибудь напишу, что я открыта. Что приходите, потому что, правда, действительно, кто закрыт, кто открыт, такая путаница, что просто жесть. Но главное, что пускай лучше так, чем нас как в марте закрывали дома и... Все закрыто. Ты кушаешь? У тебя есть там еда? Есть. Ладно, вот такие вот у нас дела, друзья. Я буду сейчас яблоко съем зеленое. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра на работе. Всем пока-пока.